Значит, не Якубович, не Лукашенко, не дебил, не Боярский, а именно Дед Мороз. Ты на календарь жопы, что ли, смотрел, Дед Мороз? Число какой? Ваша деревня эта, только 3 дня лошадь скакать. Вы какой-нибудь другой жопы могли переехать? Тормози. Ты псих, что ли? Ты чё ему подарок привёз? Кроссовки? Он псина усатая, ему они зачем? Ну ты шапку свой носишь? И яйца лижет. Хорошо, что только себе. У тебя даже костюм красный нету. У меня костюм был. Только аул ваш заехал, у меня сразу деньги все забрали. Олени отобрали. Потом штаны сняли. Куртка, шапка, каракуль. Слушай, ты плакса. Если ты рот свой не закроешь сейчас, я тебе этот утюг башка переебу конкретно. Ну-ка. 10 килограмм 3 будет. Не, меня такой не возьмешь. Всем стоять, но не бояться. Тест у меня отрицательный. Я себе вакцина-прививка делал. А я вот ничего не делал. Мне как башка в прошлый раз ударили. Мне и так всегда хорошо. Ну и дебил. Новый год уже пришел, старый Новый год идет. Только псина волосатый, кроссовки носит, долбоеб. Чё ты сказал? Смешно, я помимо кроссовки, слава богу, дробовик еще заказал. Сейчас вас всех разом в аджику и превращу. Ну что, пиздюк, страшно тебе? Ты зрачки мои видел? Мне после бабушкиных грибов ничего не страшно. Ой, не знаю, чё люди говорят, что год какой-то плохой был. Вот я на ружье смотрю сейчас. Столько всего хорошего вспоминается.